Конкурсная комиссия из 20 претендентов должна выбрать минимум двоих претендентов. То есть конкурсная комиссия не принимает и не выдвигает, не выбирает какого-то определенного человека. Она проверяет документы, разговаривает с людьми, общается, выставляет свои определенные оценки претендентам. А избирать уже там из двух, из трех, из четырех кандидатур будет уже городской совет. И на каждого кандидата, претендента существует индивидуальный лист. И каждый член комиссии на каждого претендента формирует этот индивидуальный лист, и потом складывается оценка уже из всех этих индивидуальных листов, и уже формируется там 2, 3, 4 человека. Все 20 претендентов, они совершенно разные. Кто-то пришел из структур там, той же администрации, и он больше ориентируется в проблемах города, какие пути решения есть. И кто-то пришел из сферы предпринимательства, то есть бизнесмены, которые со своей точки зрения рассказывают и показывают, на что также обратить внимание будущему главе с администрации и пути их решения. То есть, ну, от каждого кандидата мы берем вот определенные ключевые предложения, я думаю, которые потом пригодятся будущем главе и нам, как депутатам городского совета для развития нашего города.